Здравствуйте! На обзоре томат, который называется коричневый дерби из фермы Эльзара. Это сорт Тома Вагнера. Имеет коричневые плоды. Ну, они не совсем как бы коричневые, мне они более такие какие-то коричнево-медные. Ну, очень интересные. Окрас у этих томатов. Не путать, я еще раз повторюсь, что это сорт Тома Вагнера, и у него есть сорт, который называется коричневый дерби. Он совсем не такой, там другие параметры, другие характеристики. Этот томат именно коричневый дерби из фермы Эльзара. Я так понимаю, это какой-то отбор Тома Вагнера, который получился из коричневого дерби. Он уже отобрал такую вот форму томата. Кусты у этого томата 1,20 м высотой. Плоды, ну вот такие вот коричневые. Есть зеленое пятно у плодоножки. Ну а мякоть тоже такая, как и шкурка. Очень интересная, красивая. Медно-коричневая. Ну, конечно же, камера не передаст всю красоту. Но сорт очень красивый и интересный. Давайте сейчас я взвешу плод. 278 грамм. 145. 148. 159. Кусты у этого томата высотой 1,5 метра. Сорт среднеспелый. Плоды устойчивые к растрескиванию. Они не растрескиваются. По вкусу очень такие помидорный такой хороший вкус. Классического помидора. Но есть много сахара. Он сладкий. Подойдет для салатов, для консервации. Плоды, конечно, крупные, но в банку влезут. И сейчас куча есть рецептов, где томаты можно резать кусочками. Ну и своеобразный, интересный будет томатный сок из этих помидоров. Необычный такой коричневый цвет. На борщ, конечно же, он не пойдет. Надо красные томаты. Ну а кто любит пить сок, такие помидорки вполне можно и сделать с них сок. Сорт достойный, я буду выращивать его в следующем году. Ну, а вы, если хотите приобрести семена такого томата, в описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, и с удовольствием я вам отправлю эти семена. Также задавайте свои вопросы в комментариях как под видео, поставьте лайк. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Я покажу вам еще много интересных томатов, таких вот как коричневый дерби с фермы Эльзара. Неплохой томат, всем советую его посадить. Пока, до следующих обзоров.